Здравствуйте. Сегодня мы в гостях у русского профессора, доктора биологических наук Савельева Сергея Вячеславовича. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Мне очень интересны ваши идеи, и в том числе по поводу аутсорсинга и формирования элит. Вы не раз высказывались. Вы можете пояснить и сказать, что это за такая идея, и как она может помочь нам, ну, как-то преодолеть кризис, который сейчас наступает и во всем мире, и в России? Ну, элита – это лучшие, как бы. Но мы включаем телевизор, видим, что как бы не очень. Ну, не получается. Как-то нельзя, вот глядя на многих людей, которых нам показывают из списка Forbes, сказать, что это как-то элита. Ну, может быть, это, так сказать, момент накопления капитала, да, начальный. Может быть, посмотрим на их детей. Да, и мы их видим регулярно. Ну, обычно после того, как они расколотят деньги в Швейцарии, новенькие Феррари. Тоже как-то не похоже на элиту. То есть никак не тянут на лучших. И это порочный путь. То есть современное формирование элит идет естественным биологическим, по естественным биологическим законам. Но не в том смысле, что какой-то бабуин сильный, ловкий, который отстоял свою семью, значит, там, занял соответствующее положение. Нет, еще хуже. Поскольку сейчас достижения основные выделяются в дензнаках, значит, соответственно, кто больше их натырил, тот, значит, соответственно, элита. Это во всем мире. Некоторые, кто поумнее, умудряются передавать с поколения в поколение. Но опыт показывает европейский, что, например, когда обследовали многие семьи, ну, например, в Германии, там есть такие церковные книги, в которых семьи отслеживаются. И вот там, например, где в 14-15 веке действительно выдающиеся люди, которые очень хорошо соображали, основывали ремесла, новые какие-то производства, еще что-то, то есть создавали свой бизнес с нуля, они вот образовывали семьи, эти семьи имели потомков, и вдруг выясняется, что через 100 лет обследования, что они все исчезли, их потомки, там остается там, через 200 лет там, 5% от этой семьи. То есть вот способные люди, вообще талантливые, даже была такая теория, возникла в 19 веке о том, что вот реальные элиты, кто соображает, они очень быстро вымирают. Это действительно так, и сегодня там из 16-17 века сохранились единицы. То есть единичные семьи, которые смогли воспроизводиться на протяжении нескольких столетий. А умные и талантливые, так сказать, возникают по каким-то другим законам, тогда стало понятно. То есть возникает вопрос, как элиты формируются. Элиты сейчас формируются по биологическим законам, по самым, что ни есть, бабуинским. То есть это количество денег и способность сделать так, чтобы они достались потомкам, что и определяет элитарность. Элита, значит, это что? Это связи, то есть это социальные коммуникации и, соответственно, огромные ресурсы, доступ к огромным ресурсам. Будет из них какой-то толк, то есть это люди вообще, или кто, или потребители этих денег. Конечно, маловероятно, что можно говорить о том, что они обладают какими-то особыми свойствами, которые могут их назвать элитами. Пример, пожалуйста. Рассмотрим элиты, которые имеют большой опыт, хорошей жизни в нескольких поколениях, причем имеющих не как у нас, значит, как бы образование, которое уничтожили благодаря реформам образования, медицину, которую уничтожили благодаря реформе медицины, и которую практически невозможно восстановить теми способами, которые предлагаются, потому что она не объективна на сегодняшний день, оценка результатов медицины. А те, у кого все хорошо, кто у нас такие? Это у нас арабские шейхи. Они богатые, очень, самые богатые люди. Их дети имеют возможность получить хорошее образование? Да. Где они учатся? Там, где любят все олигархи учиться. В Англии Оксфорд и Кембридж являются основными учебными заведениями для детей, родители которых заправляют в Арабских Эмиратах. Вот они живут в идеальных условиях, идеальная медицина, идеальное образование, идеальное обслуживание. Так, результаты где? Ну, наверное, общий уровень образования у них очень высокий все-таки. Результаты где? Ну, в виде чего? В виде открытий? Где художники, ученые, гениальные политики, гениальные экономисты? Назовите-ка на скидочку парочку. Нет? Что это с вами?
Может, они не учатся просто, может, они вот вы, бьют. То есть вы, иначе говоря, ничего привести не можете. И никто не может. Может, просто они не учатся, а вот так вот просто. Да плевать, условия, которые мы говорим, о них мечтает половина населения этой планеты. Вот есть условия. Где результаты? И это уже три поколения. Это не 15, не 20 лет, как у нас. Где результаты-то? Это говорит о том, что элиты, собранные по принципу биологическому, то есть наличие нулей на счетах швейцарских банков, ничего не решает. То есть, значит, критерии для отбора элит какие-то должны быть другие. А какие? У нас говорят, человек успешен. Успешен – это что? Украл много денег? Это как в курятнике. Успешность определяется. Залезть повыше, клюнуть ближнего и нагадить на нижнего. Это вот такая успешность. Но это происходит в стадии любых бубуинов. Где человеческие критерии-то? А человеческих критерий раз-два обчелся. И человеческие критерии – это когда человек может создавать, делать то, чего не было в природе и обществе. Творческий, вы имеете аспект. Это единственный критерий, потому что, простите, размножаться, соблюдать правила игры, аккуратно есть 3 раза в день, а то и 8, может любая жаба. Причем тут люди? Для этих функций – есть, пить, размножаться и выпендриваться – не надо быть человеком. Там уже начиная с насекомых уже это все начинает проявляться. Причем тут люди, господа хорошие? А если мы говорим, что мы люди, мы должны жить по каким-то разумным законам. У нас законы разве разумные, которые запрещают убивать? Это что за люди, которым надо запрещать убивать друг друга? То есть людям, перевожу на русский язык, надо объяснять, что убивать друг друга нехорошо. Какие критерии-то? Законы в основном нельзя изнасиловать. Нет, там. Кому-то не нужно объяснить, а кому-то нужно объяснить, получается. Только так. Получается, что люди разные, возникает вопрос, как формировать элиты? Вопрос был задан. Значит, это, во-первых, не все как бы люди-люди. То есть, потому что раз приходится защищать одних от убийства другими, это что значит? Значит, кто-то не понимает, что убивать нельзя. Вот вы же не пойдете с ножом на улицу резать ради бутылки пива соседа. Не возникало такого желания. Не возникало. Видите, нет. У вас есть признаки человека. Ну, вот. А у другого не возникает даже сомнений, что так надо поступить. И поэтому биологические критерии, которые доминируют сейчас в обществах, во всех, в английском, в американском, французском, немецком, нашем, они очень далеки от понимания того, что мы люди. То есть мы не совсем как бы люди, и поэтому тем, кому не надо объяснять, что убивать нельзя, надо их защищать от тех, кому надо объяснять, что убивать плохо. Значит, современные способы отбора элит не работают, потому что они, мы к этому пришли, носят биологический характер. То есть отбор бабуина в элиту по размерам красных задниц, к сожалению, не работает, потому что кроме красных задниц, то есть Феррари, значит, нужно иметь еще что-то в голове. Как определить критерии? Мы вот говорим, хотелось бы умных отобрать, да, хотелось бы честных отобрать, хотелось бы порядочных. Отматываем назад, там как отбирали? Критериев опять не было. Приходил человек и говорил, за Родину, за Сталина. Ну, отлично, вперед с песнями. Ему давали задание, он выполнял, давали еще более сложное, еще выполняет. Расстрелять ближайших родственников, пожалуйста. Преданность партии и правительству 100%. Но как только он добирался до закрытого распределителя на Грановского или до самолета по субботам в Западную Германию, ну, для развлечения, это в Советском Союзе были такие игрушечки. Многие, кто летал развлекаться из детей членов ЦК партии, об этом открыто сейчас говорят. Это поздний Советский Союз или... Это уже поздний Советский поздний. Союз. И все закончилось сразу. То есть что? Нет для обезьяны пределов обмана, на который бы она не пошла, ради колбасы. Перевожу на русский язык. Поэтому поздний коммунизм и, собственно говоря, поздний социализм в нашей стране, вот в этом извращенном виде, он, конечно, и закончился. Это вполне понятно, потому что все хотели передать капитал своим детям, которые были наворованы при социализме. Вот и все. А инструментов не было, потому что при социализме их передать очень сложно. Все смотрели друг за другом. Результат. Результат очень очевидный. То есть у нас система эта не работает. То есть получается, ни при социализме, ни при капитализме,
система отбора элит не работает. Почему? Потому что она носит биологический характер. Потому что вы всегда можете обмануть своей преданностью кого угодно. Потому что нет более подлого существа, чем примат. И более изощренного обманщика, чем человеческий мозг. Вот тем более конформисту удобнее и лучше забраться в карьерную лестницу. Это есть биологическая адаптация. То есть это чисто биологический процесс. Элиты всегда будут биологичные. Ну, например, я ученый, я занимаюсь наукой. Понимаете, кто в науке делает большую карьеру? Вот я только о себе. Тот, кто наукой не занимается, а ее имитирует, а занимается разными играми. Особенно, если тебе повезло родиться там сыном академика или вице-президента. Естественно, ты тут же моментально становишься вице-президентом Академии наук, хотя у тебя знания, может быть, там, как у муравья. И дальше ты всю оставшуюся жизнь доказываешь, уничтожая, подстригая вокруг себя все вокруг. Наукой при этом не занимаешься. Но у тебя все справки есть. Вот академик, вот членкор, вот профессор, вот кандидат, вот доктор, вот вице-президент, в конце концов. К примеру, я не говорю, что это так. Но это не критерии оценки. Как-то проверить его можно? Ну, он там набирает людей, которые за него работают. Там, а до этого его папа набирал этих людей, которые за него работали. В результате, что это элита, и нам показывают этих людей, говорят, вот это у нас элита. Ну, какая элита, когда там, чтобы его научный вес измерить, ему придется взять 16-килограммовую гирю в руки, чтобы весы показывали ноль. И это называется, что элита, отбор элит? Нет, не будет никакого отбора элит в этих условиях. Это биологическая эволюция, никакого отношения к человечеству не имеющая. Как поэтому можно проблему решить? Да, вот вопрос. Решить можно только одним способом – объективизацией. Теперь насчет объективизации. Американцы индекс IQ использовали, интеллектуальный. Айзинг, если бы он знал русскую матершину, наверное, ругался бы на ней, когда он говорит об этом, об индексе IQ, как критерии человеческого интеллекта. Потому что эти индексы создали, он один из создателей, но создали, трансформировали посредственности для отбора посредственности. Ни о чем это не говорит. Я об этом 1000 раз говорил и повторю 1001. Американцы с помощью индексов IQ отправили в тюрьмы и на бензоколонки всех талантливых и умных. В результате что после падения Советского Союза произошло? Буш публично объявил. Мы решили проблему с физиками, математиками, это ученые, химиками за счет России и стран социализма. Потому что что? Индекс IQ провалил американскую систему школьного отбора талантливых и одаренных детей полностью. Это полный и окончательный провал. Именно поэтому сейчас у нас формируется огромное количество организаций, которые методически инкорпорируют именно этот провальный метод в нашу школьную и студенческую практику. То есть люди, которые занимаются администрированием в науке, пробиваются, становятся элитой, ну, доступ к деньгам, там, грантам и ко всему остальному. А те, кто реально работает, обладает реальными способностями, не получают ничего. Пример – Перельман. Вот гений, который решил задачу, которая стояла перед математикой 100 лет. У меня вопрос, а чем у нас институт математики-то занимается, Академия наук? Директор которого недавно еще был президентом Академии наук. Ну-ка, расскажите мне, что они там сделали? Вот вам и ответы на вопрос. Хотя это считается элитом, а Перельман андеграундом каким-то. Вот и все. То есть критерии не работают нигде, ни в науке, ни в бизнесе, ни в капитализме, ни в социализме, и никогда не работали. Это биологический процесс. А если что-то происходит, так сказать, элитарное, то в элите действительно создается, то это вопреки, а не во благо. Просто богатые люди имеют иногда возможность финансировать тех, кто что-то соображает. Ну, им это, как правило, очень быстро наскучивает, это я по себе знаю. Они быстро утомляются и денег давать не хотят. Да, вот. Ну, так, в качестве развлечения, но когда так русский профессор является такой игрушкой, ну, могут что-то там подкинуть. Но, однако же наука движется вперед, однако же все-таки она двигается вопреки. Какая цивилизация? Мы сейчас вот в этих вот оборудованиях, которым меня снимают, используем технологии там 30-летней давности. Все развивается не благодаря науке, а благодаря тому, что на этом можно что-то заработать. Опять биологический процесс. Меняют
некие украденные, там, позаимствованные, обманом полученные знания на деньги, на колбасу. Все, движитель все тот же, что у бабуинов. Количество еды, количество самок, размеры красной задницы. Все. Все остальные законы, все остальное требуется только для того, чтобы замаскировать этот процесс. Скрыть. Кому нужно? Представьте себе, у вас раз волшебный такой способ. У вас раз появился инструмент, с помощью которого вдруг выясняется, что можно людей сортировать по способностям. Представляете? Человек способный, например, в каком-нибудь Усть-Пердуновке, глухой, Рязанской области. Но его поймали раз в этот прибор. Говорит, ба, так перед нами просто какой-то конкурент министру экономики. Давайте его обучим. Прибор покажет что? Почему? Прибор покажет особенности конструкции мозга. Я надеюсь, вы думаете не тем, что ниже пояса, а тем, что все-таки выше. Ну, вот. Поэтому давайте, значит, без глупостей будем говорить о мозге. Мозг конструкционно у человека очень различен. И выяснить вот эти индивидуальные способности мы можем только с помощью анализа мозга. А как его надо, что в нем смотреть? IQ мы понимаем, что бесполезен. Наследственность не работает. В чем дело-то? Потому что наследственность, ну, у Менделеева была тьма детей. Так, кто у нас там химик-то? Чего-то я не заметил. Ну, и так за что не возьмись. Значит, ну, то же самое, допустим, я прошу прощения, в режиссуре, в моей профессии, Бондарчук старший и младший, да? Да, я согласен. Вот это вот. В каждой семье бывает ужас. Яркий вот. Пример. Да, ну, таких много. А да. Вы вот посмотрите, артисты, какие у нас наследственные. Там что папа, что дочка, лучше бы никогда не появлялись на сцене. Тем не менее, там уже бы третье поколение подрастает. Не в этом дело. Это просто вы подтверждаете мою мысль о том, что элитарность является смертью любого человечества, любого разумного сообщества. Итак, что делать? А делать очень просто. Значит, нужно создавать прибор, который бы оценивал способности человека по конструкции его мозга. Есть такие особенности? Да. Известные они? Да. Кто это сделал? Кто такой подлец? Кто сунул в этот муравейник большую толстую палку, от которой визг пошел по всей планете? И что методически стараются избегать эти исследования во всем мире? Что любой томограф можно совать. То есть это вот все бредоведение, оно ничего не даст. Это очень удачно. А что является объективными различиями? Объективными различиями было то, что сделано при... В коммунистическую эпоху и обосновали это два человека, вот Ильич Шмидт и Феликс Эдмундович Дзержинский. Они сказали, надо разобраться до конца. А где у человека таланты и гениальность? В голове? Ну, они люди были нерелигиозные, мягко говоря. Вот, и понимали, что не в сердце. Надо мозги изучать. Значит, так вот, они что придумали? Они решили, что надо пригласить крупнейшего специалиста. Это был Оскар Фохт. В Россию для изучения мозга гения. Кто у нас гений? Владимир Ильич Ленин. Однозначно гений с точки зрения тогдашней публики. Хотя, к сожалению, это роковая ошибка. Среди политиков гениев не бывает. А вы изучали мозг Ленина? Мозг Ленина у меня описан довольно подробно, скажем так, в моей книжке «Изменчивость и гениальность». Кому надо, тот посмотрит. Вы считаете его гением или нет? Нет. Нет, он не гений. Я объясняю, в чем дело, потому что, к сожалению, политики – это самые гиперспециализированные доминанты, которые для достижения своих целей используют все те же самые биологические законы. То есть политика – это часть инстинктивной доминантности, которая к одаренности имеет мало отношения. Там главное в случай попасть, как при Екатерине. Ну вот, так что же они придумали? Что они решили довести до абсолюта это дело, изучить мозг. И Ленина, и талантливых одаренных людей стали собирать мозги выдающихся людей на основании их, пытаться найти закономерности, которые бы говорили о человеческом таланте или неталанте. Значит, вся эта история продолжалась довольно долго и закончилась только в 80-е годы, когда непосредственно мой учитель завершил, в общем, эту концепцию. Доработка ее была еще довольно долго, и только в начале нынешнего тысячелетия появилась у меня книжка, которая называется «Изменчивость и гениальность», где я рассматриваю фундаментальные основы человеческой индивидуальности и одаренности. Гениальность, одаренность.
Вот. А это структурная основа. В чем дело-то? Мозг обладает огромной изменчивостью. У нас у разных людей мозг не целиком по массе, а по отдельным структурам, которые определяют ваши способности. Зрительные, слуховые, обонятельные, там, двигательные. Различается во много раз. Максимальное различие может быть 40-кратное. Это колоссальное различие, которое никаким воспитанием, никаким образованием не компенсируешь. Более того, есть чисто человеческие области, там нижнее теменное поле, лобные доли, где эта изменчивость носит качественный характер. То есть у вас может быть поле, подполе, такое, которого нет у меня. Я могу нанимать любых профессоров из Оксфорда и Кембриджа, но я никогда не соображу даже то, о чем вы думаете, о чем вы говорите. То есть различия больше, чем видовые между отдельными людьми, которые могут иметь плодовитое потомство. То есть у нас понятие вида у человека несколько иное, чем в животном мире. То есть мы по мозгу различаемся больше, чем один вид. Так вот, если вернуться на круги свои, то есть объективный способ сегодня. Во-первых, сделана научная база на талантливых, одаренных людях, широко известных. Как должен быть устроен мозг у человека с тем или иным, с той или иной одаренностью. Сейчас можно сделать уже за вменяемые деньги прибор, который при жизни будет определять это дело. С таким прибором можно построить коммунизм. Можно не только, да, можно построить коммунизм раз, реальный. Правда, какая-то часть людей туда не попадет по понятным причинам. Ну, вот, но при этом, как вы понимаете, это единственный способ объективизации поведения человека. То есть мы будем предлагать человеку то, к чему он лучше всего приспособлен. Но, понимаете, оператор, телеоператор, не будет заниматься игрой на балалайке. Потому что у него папа балалайшник, а мама там... А он будет делать то, к чему он лучше всего приспособлен. Он гениальный оператор, он будет снимать, а не играть на балалайке. То есть специализация человека, если вы будете в чем-то достигать максимальных результатов, это и есть счастье. Ну, когда вы лучший, наверное, вы будете получать удовольствие от этого. Правильно? Раз вы создаете то, чего не было в природе общества, и вы лучший в своем деле. Вот так, таких и надо отбирать. Кто первый это сделает, начнет их отбирать. А думаете, в военном деле не так? Я вас умоляю, там еще более практично. Там просто результат сразу виден. Понимаете? Не где-то он там отсроченный, а вот создали ракету, она полетела. Вот танк, вот он стрельнул. Все понятно. Понимаете преимущества, которые получают люди, которые будут отобраны этим методом? Ну, естественно. Но и как раз элиты этого не могут допустить, потому что им-то места не будет. Они-то стали элитами по биологическим законам. По законам этих самых бабуинов, как они могут пойти на объективизацию этого процесса? Да никак, потому что им-то места не останется. Они-то по биологическим законам отбирались в жесточайшей биологической обезьяньей борьбе за кусок колбасы, за счет в банке и так далее и тому подобное. А на их смену придут люди, которые реально умеют управлять экономикой, реально умеют заниматься наукой и прочее. И чего? Им-то места не останется. Ну как они могут пойти на создание таких приборов и таких систем, когда они их уничтожат на корню? Понимаете, контролировать это будет невозможно. Как только первых десяток гениев вы, так сказать, выберете, наловите, как я говорил, в Рязанской области, и запустите их в дело, они эту всю публику выжмут моментом, так что они сами не заметят. И... Перспективы для этого есть? Нет, конечно, никакая. А думаете, гениев потенциальных прям так уж много рождается? Гении рождаются редко. Именно поэтому их отбирать нужно, просеивая всю страну. И именно в этом дело. А не те, кто благодаря самодвижению, непонятно, зачем он приехал, например, в порт Пятимарии, город-герой Москву, за колбасой или за знаниями. Наверное, тут колбаса ближе. Как вы отличите его от гения? Гений от колбасника. Да никак. У вас объективных критериев нет. Все. Что? А вот этот вот драйв биологический, который заставляет людей из деревень ехать в столицы и прочее, это биологический процесс. Это биологическая система. Так работает искусственный отбор в социальном человеческом обществе. У меня книжка на эту тему есть, «Церебральный сортинг». Это система биологическая, никакого отношения к людям не имеющая.
А если вы хотите, чтобы это была серьезная система, то надо не только тех, кто приехал в Москву здесь охотиться за длинным рублем и за хорошей жизнью, а как раз ехать в глубинку и там находить людей. Потому что гении обычно самодостаточные. Перельман питался там бананами всю жизнь. Вот и там нажил на мамину пенсию хлеб с молоком. Он самодостаточен, понимаете? Гении в начальники не лезут. В начальники лезут совсем другие люди, о которых мы только что говорили. Поэтому элиты у нас собраны из негативного материала эволюционного, а не из позитивного. Там не талантливые, одаренные, а совсем другие. Поэтому принцип отбора, если мы хотим взять эволюцию в человеческие руки, превратить это ну, в что-то разумное, контролировать это, а не превращать дальше это в обезьянник, мы должны контролировать отбор людей, попадающих в элиты. Но элиты все будут всего мира, независимо от того, в какой стране находятся, категорически против. Хорошо, допустим, если посмотрели вот человека таким прибором, и оказалось, что у него абсолютно обычные мозги, скажем так. Вот, ну, нет ничего там выдающегося, никаких полей, там ничего нет. Вот что же, дворником тише получается? Иди дворником. А у человека не бывает такого. У нас 300 структур. Чем больше мы будем смотреть, тем быстрее мы поймем, чем он должен заниматься. Не бывает такое, чтобы было все среднее. Если что-то маленькое, то где-то рядом большое. Значит, а функции связаны с конкретными отделами мозга. У нас бесконечное многообразие различных занятий, которые требуют специализированных людей. То есть любого человека можно обучить, научить и развить его способности, да, творческие? Никаких способностей развить нельзя. Запомните раз и навсегда. Это психологическая дурь. В этом вся проблема. Ничего развить нельзя. Можно только реализовать. Помочь человеку реализовать то, чего у него уже есть от папы с мамой. И то, что изменить уже невозможно. Все. А если у человека нет способности, например, к финансовым процессам, то, может, не надо идти в финансовый институт? Надо пойти в какой-то другой? Вы очень много говорите о мозге. А, опять же, как же такие критерии, как порядочность, доброта? Это что, это свойство мозга? Это инструмент для социального доминирования. Совесть. Это инструмент. Это инструмент для социальных, для регулирования социальных отношений. У кого-то есть совесть, у кого-то нет совести, бессовестный говорит. Да, но это пока вы не выяснили, что делает тот, у кого есть совесть, когда его никто не видит. Социальная имитация порядочности – это одно. Я знаю людей, которые десятки лет имитируют социальную порядочность, на самом деле будучи полными негодяями. И чего? А есть порядочные люди? Ну, есть те, кто, когда их никто не видит, ведут себя порядочно. Хорошо. Вы говорили, что ни капитализм, ни социализм, все это ерунда. Но все-таки есть ли какая-то уникальность советского проекта? Советский проект, он был интересен чем? Тем, что впервые выдвинуты чисто человеческие качества на первый план. Порядочность, забота, всеобщее образование, медицина, воспитание. То есть то, что является чисто человеческими качествами. И это было поставлено во главу государства. Это было главное. И начался отбор. Причем тех, кто не очень соответствовал отбору, тех просто истребляли. В прямом смысле этого слова. И поэтому за три поколения искусственной среды, то есть что они сделали? Они построили в России такую гигантскую голубятню, где четко, значит, куда переходил голубевод, говорил: так, ребята, так, кто у нас здесь не махноногий? А у тебя мохнатки. Котам на корм. И это продолжалось три поколения. Результат. Они сделали такой опыт искусственной селекции, отбора по неким наборам способностей людей. Он плохой, не очень объективный, не, слабоэффективный, но тем не менее он дал результат. Впервые появились люди совершенно иной конструкции мозга. И этим бы, надо было бы воспользоваться этими плодами. Но у нас, как всегда, все профурыкали, да и во всем мире. Другого такого исторического опыта не было. И поэтому я считаю, что в этом отношении социализм, вот построение социализма в этой стране, оно показало очень много. Оно показало, что можно быстро, даже с плохими инструментами, добиться больших результатов в изменении менталитета людей и конструкции его мозга. То есть искусственный отбор мозга возможен, и он может быть очень быстр и эффективен.
Скажите, пожалуйста, а что будет, вот если все так останется, как есть, если такой прибор не будет изобретен? Ну, вот будет все то, что произошло в Европе, будет потение размеров мозга, потому что зачем вам, зачем бубуинам думать, тем более при наличии компьютеризации? Вот у вас телефон, это не гаджет, у вас телефон обычный, кнопочный, это специально, потому что вы не хотите вот эти гаджеты пользоваться? Почему? Я пользуюсь всем на свете, просто дело в том, что когда у вас удобно под руками этот гаджет, вы все время в него тыкаете. Вот. А если у вас некуда тыкать, меньше отвлекайтесь. То есть это у вас, получается, мозги уже, искусственный интеллект здесь, а у вас осталась только репродуктивная система и пищеварительная. Потому что вы давно уже ничего не думаете, что вам там впаривают, а впаривают профессионалы вот, через эту ерунду, тем вы и становитесь. То есть вот все. То есть это деградация, быстрая достаточно, эффективная. Вот, которая позволит в ближайшее время запустить еще интенсивней искусственный отбор и уничтожение всего маломальски здравого и человеческого. То, что мы так ценим, его будет меньше с каждым годом. То есть люди превратятся в самовоспроизводимый компонент развития экономики.